26 февраля в Саудовской Аравии прошел громкий боксерский поединок, интерес к которому подогревался уже давно. Джейк Пол против Томми Фьюри, брата чемпиона мира Тайсона Фьюри. Сам бой получился не таким уж интересным, но его результаты и перспективы молодых боксеров еще как. В этом видео мы вам обо всем расскажем, поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поставить лайк, и мы начинаем. Вы в клетке. Приятного вам просмотра. Имя Джейка Пола уже известно многим. Популярный американский блогер стремительно дебютировал в профессиональном боксе, выиграв все 6 предыдущих боев. Правда, соперники у него были сомнительные. Дрался он либо с такими же блогерами-боксерами, либо пенсионерами по меркам спорта. Пол перебил Бена Аскрена, Тайрона Вудли, легендарного Андерсона Сильву. Конечно, все они заслужили репутацию сильнейших бойцов и в свое время были чемпионами, но их время давно прошло. И вот теперь Джейк наконец сошелся с соперником более высокого калибра – Томми Фьюри. У Томми был такой же впечатляющий рекорд – 8-0. Вот только заслужил он его, боксируя не с пенсионерами, а с активными сейчас бойцами. Да и фамилия Томми о многом говорит. Его отец Джон Фьюри был профессиональным боксером и кулачным бойцом, но куда более известен его старший брат Тайсон Фьюри, непобежденная машина бокса из Британии по кличке Цыганский Король, близок к тому, чтобы стать легендой. И младший брат решил пойти по его стопам. И Томми однозначно оправдывает репутацию своей фамилии. С самого начала он выглядел предпочтительнее. А Джейк? Ну а что Джейк? Он просто пытался клинчевать и терпеть. Удары брата Цыганского Короля начали постоянно достигать цели. И под занавес отрезков Фьюри был близок к тому, чтобы сильно потрясти соперника. Во второй и третьей трехминутках Пол начал работать активнее, понимая свое положение в глазах судей. У него получалось наносить удары, и стоит отдать Джейку должное. Может, он и выскочка-блогер, но удар у него мощный. Однако Фьюри все равно стойко их стерпел. На следующие раунды стали проходить в полной доминации британца. Было заметно, что Томми отлично подготовился и практически не давал Полу шанса на контратаке. Но настоящая рубка началась в последнем раунде. Сначала Джейк Пол уронил Томми на канвас, хотя это и выглядело так, будто Фьюри сам оступился. А в одном из следующих моментов Джейк бросился вперед. Да так, что чуть не оказалось это роковой ошибкой для него, ведь Фьюри поймал его и прилично надавал по лицо. От нокаута Джейка спас только своевременный клинч. Решение судей почти не удивило. Было понятно, что победа за Фьюри. Но то, что победа была раздельным решением, это стало небольшим сюрпризом. Вот так и прошло первое настоящее испытание Джейка Пола. Стоило ему сразиться с молодым, сильным боксером, и он сразу же потерял заветный нолик в графе поражений. Кстати, по информации Анатолия Сульянова, Джейк получил за этот бой $25 миллионов, а Фьюри всего лишь 7. Это было логично, учитывая репутацию и известность Джейка, но после боя эта репутация оказалась сильно подорвана. Теперь Джейка Пола будет сложнее воспринимать как профессионального боксера, и за ним окончательно закрепится звание блогера выскочки. Будет ли его кто-то воспринимать всерьез после этого, увидим ли мы интересные схватки с его участием, не знаем. Напишите свое мнение в комментариях. Время покажет, а вы можете пока что вот поделиться с нами. Мы почитаем. А мы с вами прощаемся. Не забывайте поддержать нас лайком и подпиской, если вам понравился данный ролик. И до новых встреч в клетке. Пока!